это правильный подбор людей. И людей, правда, очень сложно найти, которые были бы готовы улыбаться людям просто так, потому что, ну, улыбка – это, наверное, естественное состояние человека. Европейцы же многие говорят о том, что мы угрюмая нация. Особенно город Тюмень, мы люди с повышенным эго, мы же лучший город в России. Мы почему-то каждый из жителей приписываем лично себе, но на самом деле мы самые простые люди. И для того, чтобы этот город был самым лучшим, мы должны заботиться друг о друге, делать искренне это, счастливо, с любовью, с отношением. Есть те места, над которыми надо работать, которые нужно корректировать в любом случае. То есть мы не стоим на месте, мы движемся дальше. Мне были интересны вопросы по копирайтингу, по подаче материала. Я не первый раз участвую на семинарах Ильи, и не в первый раз участвую в семинарах, которые организовывают 72.ru, и каждый раз подчеркиваю что-то новое, а мне как пиар-специалисту такие темы очень близки. Поэтому огромное спасибо организаторам, мне очень понравилось. Ничего нового, надо ходить, взбодриться, выйти из своего рассола, там, посмотреть, что делают другие, и тогда у тебя появляется лишний повод вернуться и рассказать людям в компании, как здорово все-таки нам живется. We'll be right back.